Всем привет на моем 179-м стриме. И сегодня у нас 26 мая, время 2 часа 27 минут ночи. И я начинаю проходить игру Dark Souls Prepare to Die Edition. Ее мне подарил Defender в Стиме. Также он еще и поддержал стрим на 14.88 пикоинов, АК несуществующая валюта. И я не знаю, что это за игра, ну, в определенном смысле, да, то есть я, так сказать, наслышан, но я толком даже не видел геймплея, не говоря уж о том, чтобы что-то по ней знать. Вот, так что как бы... Так, ну да, у меня же на этой сцене нет вебки, сейчас она будет. Ой, большая что-то. Прикольно, это МММ 2015. Привет всем, привет Покер, привет Пророк, привет Defender. Куда мне вебку? Вот, Defender, ты знаешь эту игру, да? Знаешь ее интерфейс? Помоги сразу настроить, где мне вебка не будет мешать. Но не мне, а вам, в смысле. Ну, чтобы она не мешала, как бы, интерфейсу в игре. Просто я же еще игру даже не запускал. Я специально просто... почему настройка на стриме сейчас идет? Потому что я специально запускаю игру впервые в Стиме на стрим, как бы, да? Ну, то есть, чтобы ничего не пропустить. Все на стрим. А, только единственное, она сейчас, наверное, запустится в полноэкранном режиме, да? Это немножко косяк, конечно. А, в правый верхний убрать, то есть... Ну, сейчас она запустится уже. Блин, дурацкий эксплит, тут так просто не передвинешь. Сейчас разберемся. Что-то она там долго ставит, какие-то компоненты. Сейчас. Ну, просто говорю, как бы, это не дело не в том, что я там что-то прям не подготовился, но просто хотелось, чтобы все происходило. Ага. Сейчас все будет. Сейчас. Надо нормально сделать оконный режим, а то оно у меня огромное сейчас. В игре используется автосохранение. Не отключайте питание, не выходите из игры, когда горит индикатор сохранения. Окей. Я буду играть на контроллере Xbox 360 беспроводном. From Software. Интересное название компании. Хавок движок у нас физический, понятненько. Старенький, но верный. Так, нажмите Start Dark Souls Prepay to Die Edition. В 2012 году он вышел. Так, настройки. Разрешение. Такое. Так, надо что, нажать на что-то или нет? Полный экран выкл, сглаживание вкл, все, окей. О! Нормальная стала окошечко. Сейчас я ее пониже сделаю. Вот, вот. Вот таким образом, да, наверное. Или крупновато все-таки, наверное, вебку поменьше надо, да? Наверное, вебку можно чуть-чуть подрезать. Таким образом. Так, нажмите старт.
Так, Defender, ты, значит, у нас реквестер этой игры. Значит, ты выбираешь, на каком сложности будем играть. Тут же есть выбор сложности. Так. Настройте яркость так, чтобы видеть пламя, а не дракона. Ну, короче, по умолчанию. Вроде нормально. Так, управление. Ось X, ось Y. Скорость камеры. Умная камера, мне вот это нравится. Умная камера. Знаем мы умные камеры. Да. Вибрация. Вибрация у меня есть, потому что. А, не это выбор сложности. Окей. Ну, я не в курсе просто. Я ничего не знаю об этой игре, я же говорил. Так, субтитры в кол. Окей. Я ничего не знаю об этой игре. Это вообще не смотрел. Ни стримы не видел, ничего не видел вообще. Так. Нет, клавиатура мне не нужна. Так, создать персонажа. Давайте создадим персонажа. Так, а, имя, да? Блин, а почему с геймпада нельзя имя ввести? Ну, я думаю, вы догадались, какое будет имя. Какую кнопку-то нажать надо? А. Так, господи, что, такой мышкой, что ли? Она что, повисла, что ли? Интер только почему-то принимает. Так, лицо. Простолюдин, крестьянин Дельты, дворянин Асторы, ученик драконов. Блин. А, там внизу описание. Простолюдин. Очень среднее и простое лицо. Крестьянин Дельты. Обычное лицо. Из Дельты. А, из Дельты пяти пальцев. Дворянин Асторы. Симпатичное лицо аристократа. Обычное в Асторе. Ученик драконов. Умные, острые черты, но изучающий взгляд может оскорбить. Клирик Торолунда. Обычное лицо в Торолунде, известно своими клириками. Кто такие клирики, я не понимаю. А, нафиг Судалова играть за Судалова? Ну, блин, я и так привык, не знаю. Ну, давайте сделаем Дефендера. Будет у нас защитничек. Дефендер как-то не так пишется. Так, из Катарины. Жизнерадостное лицо из Катарины, прославленной пирами. Грозная Карим. Грозные черты, выдающие уроженца графства Карим. Классическое. Задумчивое, зрелое лицо, обычно для жителей Старой Зены. Из Великой Топи. Вид еретиков Великой Топи вызывает пересуды. Бородатого и немного пухленького. Лицо уроженца Востока с тонкими губами. Так. Ну пусть дворянин Асторы будет. Ну, пол понятно, раз уж Дефендер. Волосы. А тут крутить можно. Непослушная. Вот это точно Дефендер. А в чем разница? Не пойму, в чем разница этих двух. А, чуть-чуть челка другая, что ли, лол. Класс. Так, класс надо внимательно, я думаю, выбрать. Воин, бесстрашный воин, эксперт по оружию. Высокая сила. Рыцарь.
Небогатый рыцарь, много здоровья, прочная броня. Ну, Just Observer. Я хочу посмотреть эту игру. Или ты имеешь в виду про персонажа? Не знаю. Дают выбрать персонажа, почему не выбрать какого-нибудь? Я вообще хз, кого тут обычно выбирают. Так, странник, бродяга. А тут такие есть? Типа вот эти, что ли? Не знаю, мне кажется, эти больше подходят. Да ладно, давайте на классе сосредоточимся. Странник, бродяга-скиталец, вооружен саблей, высокая ловкость. Вор, бессовестный вор, мастер критических ударов, имеет отмычку. Бандит, жестокий бандит, высокая сила, имеет тяжелый топор. Кстати, а Just Observer, а почему ты эту игру так относишься? Я просто не знаю про нее, ну как бы ничего, поэтому я тут не могу ничего как бы даже сказать пока что. Жестокий бандит, высокой силы, имеет тяжелый топор. Охотник с луком, хорош в ближнем бою. Хорош в ближнем бою, охотник с луком? Подожди. А где у него лук? Волшебник из школы драконов, владеет заклинаниями волшебника. Ну, магия, в принципе, это прикольно вообще. Болотный пиромант использует магию огня. Клирик-паломник творит чудеса исцеления. А, стартовые характеристики? Нищий дрить. Вооружен дубинкой и щитом из досок. А, я что-то даже не заметил. Уровень... Здоровье, ученость, выносливость, сила, ловкость, сопротивление, интеллект, вера. Человечность? Ноль везде. Ну, по характеристикам вор, мне кажется, хорош. Вообще, конечно, если так по классу, да, если не смотреть на цифры, то мне либо воина, либо рыцаря хочется взять. Но по цифрам мне больше хочется вора взять. Ладно, давайте возьмем все-таки по описанию класса. Вот это, рыцарь. Так, дар. Так, благословение богини. Святая вода восстанавливает здоровье и статус. Черная огненная бомба взрывается от удара при броске. Мощнее обычной бомбы. Так. Двычеловечность. Крохотный призрак иногда можно найти на трупах. Что? Я не понимаю немножко, о чем идет речь. Бинокль используется для наблюдения. Медальон без эффекта, но воспоминания... Согревают странников. Ой, блин, извиняюсь, одеваю, что-то просто немного спать хочу. Так, без эффекта на воспоминания. Что, воспоминания согревают странников? Я вообще не понимаю, о чем идет речь.
Открывает любой простой замок. Имеется у вора. Так. Кольцо крох сущ. Добавляет немного здоровья. Кольцо ст ведьмы. Подарок ведьмы. Старинное кольцо без очевидных эффектов. Ну давай, мне нравится вот это. Благословение богини. Святая вода восстанавливает здоровье и статус. Мне кажется, здоровье восстанавливать это всегда хорошо. Так, тело среднее, худое, очень худое, крупное, очень крупное, гора мускул. А на что это влияет? Стоп, цифровые не меняются. Большая голова. Ну, мне кажется, средняя стоит. Нормально ни хрена не понимать. Не знаю, пророк захотел дефендера, я думаю, почему бы нет. Единственное, что там, я не знаю, если будут какие-то эти... Ну, это как-то влияет там, типа, на какие-то, не знаю, онлайн-доски какие-нибудь там... То есть, если там это прописывается, то, конечно, я лучше все-таки себя впишу. Ну, знаете, там бывает там патчи какие-нибудь или еще там высвечиваются. Ну, в некоторых играх. Тут-то вроде не онлайн игра, так что не должно быть. Так, на что это влияет? Не пойму. Серебристый ядрит. Не, ну у нас же не Сефирот. Да нафиг делать какой-то разноцветного, пусть просто будет черный. А, в смысле, а что значит настроить, не понял. Это конкретно. Ой, я такое не заморачиваюсь, это слишком долго. Сюжет. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire. And with fire came disparity. Heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then from the dark they came. And found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone scales. Witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. And Seath the scales betrayed his own, and the dragons were no more. Thank you.
But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers. And man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away. To await the end of the world. This is your fate. Так, вот у нас уже геймплей начался. Ну, короче, такой нормальный вообще сюжет. Интригующий. Так, а почему, когда мы смотрим вперед, то вокруг нас свет? Обобрать труп. Ключ взяли. Так, а я не понял, почему на старт это не пауза? А, то есть у нас у заключенного... Стойте, подождите, у нас у заключенного лежал ключ от темницы, в которой мы сидим. А в чем логика? Ну, блин, ну, короче, если честно, я реально ничего не понял. Ну, вообще очень смутно. То есть, я понял, что была какая-то эра, где правили драконы, да? Потом какие-то чуваки нашли какую-то силу и свергли этих драконов. И наступила эра огня. А теперь почему-то скоро наступит эра тьмы, почему-то я не понял. Ну вот. И кто, и кем я являюсь, я не понял. Ой, что-то вообще не знаю. Правый джойстик управления камерой. Да ладно, ну почему? Ну есть же сюжет, и хороший ролик вроде сняли. То есть я пока не вижу, почему говорят, мол, сюжеты нету. По-моему, вот сюжет же норм был сейчас.
Так, с тобой поговорить можно? Что-то молчит. А, о, это кто? А чё у него? Что-то он какой-то толстозадый. Стоп, а это он меня выпустил? Не, мне кажется, нет. РТ мощная атака, ух. Ага, я вижу, зеленая полоска тратится, это, видимо, запас сил. Левый джойстик при зажатом Б рывок. Блин, что-то я не могу перестать зевать, извиняюсь, но что-то вообще, ну ночь все-таки на дворе. Так, ну я понял, вроде так, в целом. А, РС, захват, сброс цели. Не, какая-то цель, это же мирный тут житель. Ну, в смысле, ну как, ну мирный. Он заключенный, я не знаю, за что заключенный. То есть, возможно, что я за преступника играю. То есть, Defender, он вроде бы защитник, но он кого-то защищал так, что преступил закон. И теперь его посадили, как бы... То есть, вроде бы формально законно, но, тем не менее, он поступал по совести, скорее всего. Вот. А эти люди, ну, не знаю, возможно, так же. Тут можно всех убить, ну, в смысле, а зачем гражданских убивать? Как бы они в тюрьме, они и так отбывают свое наказание. Зачем их еще убивать? Так, а нас сейчас охранники, если увидят, то как бы назад могут посадить. Или придется отбиваться. Отдых у костра восстановит здоровье. Я такой видел в Tomb Raider. Вот это костер, по их мнению. А, разжечь. Ой, ачивка. Я слышу чьи-то шаги. Это не к добру. А, отдохнуть. Взвод. То есть... Да вот ты сидишь, да? Типа, хочешь сказать там, не знаю, пойду-ка там чайку сделаю. А с этим переводом это типа, взведусь-ка я чайку сделаю, что ли? Ну если взвод это встать здесь. П-перевод, что ли, начался? Я не пойму, почему вокруг персонажа все освещается, что-то это как-то смешно смотрится. У него что, уже магия пучок света, что ли, есть? О, стену кто-то выломил. С этой стороны не открыть. Ты что, не можешь руку... Там, притяни руку, там же это, замочная, этот, шпингалет. Ну, что-то, блин, не пролезешь, что ли? А, кто-то прутья специально чуть-чуть согнул. Короче, рука не пролезет. Ну, понятно. Ну тогда, короче, придется либо ключ искать, либо это... Вот, а, там охранник ходит, надо у него спереть ключ, походу. Привет, Hello Kid, спасибо за фоллоу, за подписку на Твиче. Добро пожаловать. Так... А тут сохранение есть или тут надо всю игру без сохранения пройти? Просто я пока не вижу, что тут. Я уже много прошел. А, во, привет. А, в смысле, ты что, нападать будешь? Подожди, а зачем? Я что...
Давай это договоримся. А, я забыл, какие там кнопки. А, тактическое отступление, потому что силы не равны, вообще нет смысла с ним драться. Значит, тут надо убегать. Я ему не нанесу никакого урона таким оружием. Я ему только лишь небольшие раны смогу нанести. О. Привет, ЗЗЗ Баг. Не, какая смерть? Там была надпись на полу, я не прочитал, к сожалению. А это какие-то, не знаю, очень древние, видимо, тексты. Но тут... Не знаю, на ком они языке. На Мордор похоже, ну... Но... Кулаками? Нет, его кулаками не убить. Ну, хотя тут реалистичность, мне кажется, уже один раз подвела. Возможно, что и второй раз может подвести. То есть, что, может быть, и кулаками его можно убить. Бери щит, где... Стоп. О, а мне так нравится аксессуар. В принципе, неплохо смотрится. А тут прыгать вообще, что ли, нельзя? Лол, тут нельзя ни прыгнуть, ни забраться. А где щит-то? Какой щит? Ты кто? А, вот щит. Так. А как его? Как его использовать? Должна быть на мордоровском тут надпись его. Старт, меню, скрещенные мечи, снижение напряжения. Так. Стоп, как? А он не выбирается. А, что-то я... Подожди. Что-то я не пойму. А. У меня есть стрелы, но они воткнуты во мне, так что, мне кажется, у меня лука нету, поэтому я их не смогу использовать. Конечно, можно метнуть, но это лучше руками. Так. А это что? Не, стоп. А зачем? А, типа, вот это само мне открывает. Ясно. Так, а как щит-то использовать, мне хоть скажет? А, нет, щит в левой руке. А, в смысле, он должен быть экипирован, и плюс я нажимаю LB, но он у меня экипирован. Значит, теперь я нажимаю LB, оп, щит. А, ну все, ну все. С этим-то мы вообще все пройдем. Вот. Ага, убегает, смотри. А хоть это гражданский, но он какой-то стрёмный. Возможно, он сотрудничает с этими охранниками. То есть он как бы хочет срок быстрее отбыть. Так, такие, я думаю, тут не один такой. А чё я только что подобрал? Я чуть не обратил внимания.
Да что ты косой ты, лол? Да удаляй. А что он такой косой-то, я не понимаю. Едрить. Почему такое косое управление? Ну потому что от третьего лица, да? Сколько надо бить-то, лол? Да ну, сколько биться надо? Чё за тупость? Это бред. Да его можно одной рукой и шею ему переломить. Рыцарь, блин, нашелся. О-о-о. Мимо стрелу пустил-то. Сколько можно жить? Это босс, что ли? Я не пойму. А, наведение. А, да. Точно, я забыл. Ну, пока еще не привык к механике-то. Но... Так, а нельзя лук взять-то? А, ну вообще ты прав, возможно это и есть охранник. Не, просто охранник, у него там зад вот такой как бы был, а это хрен знает кто как бы. Ну возможно это как не больше низкий ранг, еще не отъели как бы, ну. Так. А что, я что-то подобрал? А, пала... Щи, видимо, палащ. Непонятная буква, просто последняя немного. Оп, а, ну да, это вот это надо было сразу сделать. Ну все, у меня есть щит, у меня есть крутой меч, ну по-моему можно идти решать даже того, даже охранника. А, не, я подожди, ну пройти белый свет. Нет. Там я что-то не взял. А, палаш. Палаш. О. Физика, что ли? Я не понял. Чё за... Ну да. Окей. Хавок, говорите, движок, да? Ну, я понял. Я вроде тут что-то пропустил. А, просто блестит. Так, а тут вроде был еще куда-то проход. А, нет, тут же пустая комната. Ладно, значит, все. Так, а как там ускориться-то бежать? Нельзя, что ли? Да, вот жаль, головой нельзя в футбол сыграть отдельно. Такую мини-игру такую можно было бы замутить, в принципе. Ачивку обязательно за нее сделать еще. Ладно, пройдем через белый свет. Я не знаю, в какое нас измерение телепортирует. Прошел. Ага, это пространственная аномалия. Я вышел в другое место совершенно. Что-то тут, значит, происходит немножко не это... Необычное. Это не просто какая-то тюрьма, это... Так, отскок, левый джойстик плюс перекат. Так, в смысле, мы же это проходили? Упоролся, что ли? А, вот это? А что я сделал-то? Не пойму, а что нового-то? Ну, я же вроде это уже пробовал. Это не аномалия?
А, возможно, это для этого мира обычная абсолютно вещь. То есть... Я, кажется, понял. Возможно, что главный герой накачан какими-то веществами. И, то есть, это, ну, как бы, как в Silent Hill, там. Он же в тюрьме, точно, его лечат, и, скорее всего, и накачали веществами, и он теперь это, как бы, чувствует свою вину, и вот он попал, как бы, вот, в мучение, скорее всего. И поэтому тут вот такие аномалии могут быть. Да ну нахрен. О, другое дело. Нормас вообще. Запертый третий. Где ключ? Вот у тебя ключ по-любому есть. Ну, ты ж ходил здесь. Как ты сюда вошел? Камень еще за валун затащил. А как еще объяснить это белое полотно, через которое... И как объяснить человека, который затащил вот такой вот валун, который больше, ну ладно, не больше, но почти с него размером, на лестницу, и при этом он зашел не через дверь, потому что ключа у него нет. Либо за ним закрыли, конечно, может быть, но это очень странно. А кто закрыл? Это кто-то за мной специально следит, что ли, и посылает людей? А почему он один на один не выйдет? Вот это вот... А я знаю, где я вышел. Это же самое начало. Так. Значит, теперь можно вернуться. Так как... Ой, спойлер. Значит, надо ключ найти где-то в болоте. В этом... Вот тут вот на... вот тут ключ-то. Ну куда он его уронил-то? Вот, да? Сюда куда-то. Странно. Нету. Опять? Блин, ну что ты пугаешь так? Ты что, живой что ли? Да ну тебя. Разбиться можно, окей. Значит, это не совсем сон, потому что я чувствую боль. Какой-то слишком реалистичный сон. Да, блин, как же тут пройти-то? А, наверное, какая-то кнопка протиснуться. А, Б и рывок, он же сказал. Нет, хотя... Спрятал очень надежно. Ну, блин. Походу, да, в другом конце замка. Точнее, тюрьмы. О. О, я тут не был, да? Привет. Упорос, что ли? Я не нежить, я вообще-то человек. Я из аристократов. Ты понимаешь, о чем ты говоришь вообще? Ну ладно, давай, валяй, мне скучно. Maketh pilgrimage to the land of ancient lords, when thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know, and I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. An Estus flask.
an undead favorite. Mm-hmm. Oh, and this. Now I must bid farewell. I would hate to harm you after death. So go now, and thank you. Да, ты мне не навредишь после смерти. Если ты превратишься в какого-то зомбака или даже у тебя отрастет зад, как у того охранника, то я думаю, я тебя порешаю, потому что я просто возьму сейчас меч, то норм будет. X использует, окей. Ну, не, ну на самом деле я понял. Походу мы играем за какого-то чувака, который уже умер. Вроде бы, да, и его типа воскресили, поэтому он нежить, и куда-то отправляется каким-то, кому? Древним повелителем? А, к начальнику тюрьмы, а, ну вот. И он нам дал какую-то флягу, я не понял зачем. А, это этот валун стену проломил. Вот я слоупок-то, А что там за привидение бегает, я не пойму. Ага, он нам дал ключ, значит, да? Я немножко слоупочу, извините. Я не обратил внимания, что он нам дал. Ухватите оружие обеими руками, нажав Y. Так. Опа! Хренак! А, что на людей распространились какие-то метки смерти, и типа начала появляться нежить. И она сидит в тюрьме до конца своих дней. Вот он ты. Привет, Network Ва. А, спасибо за подсказку. А, то есть... подожди. То есть получается, что на людей при жизни появляется какая-то метка. Потом он, типа, умирает и превращается в нежить, да? И поэтому его их заключают в тюрьму. Так, левый листик, арбайт ног, удар в кошке. Блин, я не запомню столько ударов. Упочено. А, нахрен я длинный удар-то юзаю, ой. А, вот они, объясняторы Over 9000 просто. Чё, так сложно было сказать, что Y переключает режим? Я думал, надо держать Y. Оказывается, Y переключает режим, что я двумя руками держу. Я думаю, что-то слоупочество пошло. Охренеть, блин. О, мне лук дали. Но я же не классный лучник, так что... Фиг с ним. Да, держать рупака до конца света в тюрьме, это дорого достаточно. Так что, кто сюда посадил, его надо, по идее, самого посадить за коррупцию.
А, кормить не надо. Ну, все равно содержать надо стены, чтобы не разрушились. Да, и больше места, так что. А где ачивка? Я думал, ачивку дадут за смерть. А, ну охренеть, теперь бежать, все, что я не сделал, да теперь все сначала. Привет, Яша. А чем мне? А, не, ну у меня сейчас полное здоровье. А чувака уже нет. А, так у меня прогресс сохраняется или нет, я не пойму. Похоже, что да. Эстус это хилка, поставить вместо небесного. Так. А, подождите, у меня тут чувак стоит. Нелогично, но нет, неправильно. Надо было вначале парировать удар, а потом уже. Так. Вот так, походу. А смысл? Так я могу и то поставить. Я могу вообще все поставить. Так, а что он еще дал? Ничего? Снаряжение. А, у меня даже лук остался, но, видимо, значит, у меня все осталось, да? Только враги появились. А, кнопочка вниз, это я использую подлечиться, я понял. Ну да, их уже даже нельзя это. Посмотреть, что у них в карманах лежит. Смотрю, поправление такая тема. Сначала в инвентаре слоты ставишь предметы первой надобности, потом их можно переключать, нажав вниз. Блин, хз. Ну пока что давай разберемся, как лечиться хотя бы. А, наведение. Блин, сейчас, кто там у нас следующий? Что-то не. Я забыл, какую кнопку, что ли? Что-то он не наводится. Вроде же левый стик, а что-то он не навелся, нифига. Что это такое? Вот. Или другая была кнопка. Да, я нажимаю. Вот. Не ставится что-то. Или правый стик. А, правый стик.
Да я же жму, лол, щит дурацкий. Слышь, там лечится он. Да-да-да, другой стик. Так, у нас выбор, либо пойти сюда. Понятно, выбор. О, так это же этот охранник наш. Окей. Так. Ну, я так понимаю, нам проще тогда уже сюда пойти. Блин, что за... Неплохо зашел. Блин, опекать теперь все опять. Что за фигня нафиг? Опять я не подождал. Да что ж такое-то? Нет, уже не first loot. Ну ты толку тупить-то будешь там? Ну нет смысла лечиться, мне там потрачено чуть-чуть совсем. Ой, как он слупочный, едрый. А, это не использование. Как использовать? Я думал вниз это полечиться, а я переключаю долбанные предметы. Да лоло, это хз как лечиться, я так и не понял тогда. Да ядри, тебе один удар остался, какого хрена. Подожди, как крестик-то? Крестик. А. Понятно. Для меня крестик это, блин, вот эта кнопка. Потому что я в PlayStation переиграл.
Он еще долго выпивает свое это лекарство-то. Не моментально, как там во многих играх. Я прийти. Зарубил. Так это не его шаги? Ну это же первый босс. Че, он должен быть сложный, что ли? Присекстую. Слышу чьи-то шаги. Я думал, вот этот чувак ходил, а это кто-то другой. Подсказка. А упасть можно? Не хочу пока проверять что-то. Тут могильничек. Так, а тут что, нет даже секретных предметов никаких? Что-то я не заметил. Там это вот, а вот там? Как ты это увидел, где? Блин, я не пойму, где? Или вот тут. Ой. Не попал, наверное. Для чего вот это вот я не понимаю? За стенку можно пробежать. Где? А, тут что ли? Так, короче, ладно, фиг с ним. Ну, я не нашел, значит, я не нашел. Я не понял, потому что про что имелось в виду. Буду сам искать, короче. В таком же месте, как гнездо. Блин. Да ладно, ну я же смотрел.
Гнездо, но было... А где оно было? Оно вон там. Тут ничего не лежит. Или вот тут? О, ядрись. Я требую, ну все, все, все. Привет, Диар Брайтсайд. При смерти ты теряешь все души, а потом подбираешь в виде пятна. А я что, души собираю, что ли? Мне об этом по сюжету пока не говорилось, вроде. Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. To leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Лодрен. Почему мне все говорили, что тут нет сюжета? Вот и сюжета, куча уже было катсцен. Так, меня переместили в какое-то совершенно другое. В Лордран. Храм огня. В Лордране можно получать новые уровни и зажигать костры. Да ладно, здесь можно зажигать костры. Ни хрена себе. А что это такое? Новый уровень? А, типа я уровень получил, что ли? Сюжет, короче, мы там что-то защищали кого-то, потом нас посадили в тюрьму, но мы убежали, убили охранника, и теперь нас это, по воздуху унесли, короче. Ну там, я не помню, какие-то души, что-то, какие-то там драконы правили миром, потом стали не драконы править миром. А потом какие-то люди метки, они умирают, потом становятся нежитью, их сажают в тюрьму навсегда. И мы один из них, вроде и все. Так, мы можем увеличить здоровье, ученость, выносливость, сила, ловкость, сопротивление, интеллект, вера. Человечность. Ну блин, как-то интеллект у нас. Вообще не очень. Не, на самом деле сила, конечно же, сила. А чё? А сколько у нас? Мы можем не одну цифру увеличить. Тогда давайте... А для чего интеллект нужен? Я пока просто не знаю, что там, для чего какие умения понадобятся. Пока что я видел, это сила, ловкость, здоровье. Вот. А, у меня не хватает, да? Пусть сила и ловкость будет. Это я селект нажал. А.
Ну блин, тут такие подсказки, пипец. Здоровье, параметр, определяющий здоровье. Спасибо за подсказку, но я же вообще б не додумался. Так, и что дальше? А что принять? Я уже ничего не могу увеличить. А, надо... Так, у меня 10 лечений, значит, мы можем убить практически любого босса. Потому что у нас... 10 лечилок. То есть, если я на этого босса потратил, по-моему, 2, то мы можем убить босса в 5 раз сильнее. А, подожди, тут монстр сидит какой-то, лол. И убить? А, не, поговорить можно. Well, what do we have here? You must be a new arrival. Let me guess. Fate of the undead, right? Well, you're not the first. But there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. But too late now. Well, since you're here, let me help you out. There are, actually, 2 bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blight Town. Ring them both. And something happened. Brilliant. Not much to go on. But I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land of the undead. Да, смешно. Тут я соглашусь, что на самом деле реально смешно. Один колокол там наверху где-то возле сильного босса, другой колокол там где-то чуть ли не в аду внизу, там тоже какой-то хрень, какой босс. Ударь в оба и что-то произойдет, я даже не знаю что. Ты босса печеньями собрался убивать? Ну почему печеньями? Ну короче, мы идем... туда не знаем куда и сделаем то не знаю что, ну чисто вот так вот там получается. Какие-то предметы собираем непонятно. А что такое 0-0? Вот там у меня слева сверху 0-0 написано. Это мой уровень или это сколько у меня патронов? Никаких патронов, подожди. Не, я что-то не пойму, что такое 0-0. Я не хвалил сюжет. Я говорил, что он есть. Сюжет может быть упоротым, но он же есть. А мне говорили, что типа Dark Souls вообще там сюжета меньше, чем там в Bosch, и меньше, чем в Super Gexagon, там. Ну, это же не так. Меню жестов. У меня нет жестов. А, нет, есть. И нахрена? Мне кажется, у него вид усталый, да? Глаза явно, что как будто после 24-часового стрима. А, это человек... А что такое человечность? Я не помню. Hello there. I believe we are not acquainted. I am Petrus of Thoroland. Have you business with us? If not, I'd prefer to keep a distance, if possible.
А если зарядить в него? Походу не нужно было это сделать. Этим вазом, наверное, 1000 лет, еще со времен эры драконов, а я разбил. Ну, блин. Слушай, они тебе очень важны? Ну, я думаю, нет. Ну ладно, эти тоже не стоит разбивать. Так, нам сказали идти высоко в горы. Так высоко, чтобы мы там аж это... В атмосфера уже разреженная стала. Так что, короче, пока мы можем дышать, нужно идти наверх. Но я иду сейчас вниз, но я думаю, тут другой путь наверх есть. А, там ничего нет. Там, а, там мой меч есть, стоп. А я вот его не клал. А, все, понял. Так. Спустимся. А если бы это был тупик? Ну, чисто с четырех сторон стены. То непонятно, как бы это... О, господи. Вы это видели? Что с камерой? Что с этой игрой не так? О, это мое. Пройди ты. А, вниз ты П. Стоп, уже. А, вот тут есть другие. Их даже разрубать не надо. Косточка возвращения. Умная, да, умная камера в настройках. Дефендер слишком толстый. Моргенштерн я взял. Булава я удаляю еще сразу. Талисман. Не, булава вообще не тащит. Я даже не пробовал, но я сразу говорю, булава вообще не тащит. Треснувшая красная око. О, тут дефендер прошел. Талисман у Ллойда. Большая душа пропавшего мертвеца. Произошло, я не понял. А что сейчас? Это я, а это сейчас? Это чекпоинт? Нет, это типа умер. Было. Я думал, такая сцена такая. Ну я уже увидел, что да, вы погибли, но. Ты понимаешь, что там было написано «потеря крови», то есть вот то, что меня толстозады бил, это он как бы мне только как бы кости ломал, но закрытый, то есть вид перелома был, да, то есть крови не было. А эти меня ударили и потеря крови пошла. Привет, Икт. То есть я вот этот момент не очень понял. То есть потеря крови это чревато, я так понимаю, да? О. Мыло. А кто там урчит? А,
А, кстати, где-то же собранные души все мои, которые я только что потерял, да? Мне по идее надо туда возвращаться. Что, уснул? Оснул, это что? А, ну я понял. Я сплю немножко. Немножко сплю. До меня долго доходит. Не, ну как бы, ну, не настолько сплю, чтобы вообще там не соображать, но доходит долго. А, там птица сидит, лол. Вот кто урчит. Так, там я видел, что-то сверкало вроде. Я, честно говоря, заблудился. Где вообще места, где я не был? А вот здесь я не был. Здесь, я так понимаю, закрытый мир, да? Полностью. Зря что-то. А, это не я. А я думал, это я его так поджарил случайно. Ну, типа у него бомбануло, что ли, или что? Ну, их-то больше умерло. Зато я понял, куда мне идти. Так, где-то тут был спуск. А, или подъем, да, наоборот. Так, 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 предмет мой, не выкинь там. Все. Ну, в смысле, у тебя его и не было, фиг с тобой. Ну, они что-то слабенькие, на самом деле. Не сбрось! О. Все, теперь. А, он статический, что ли? Фу-то. И чё, прикоснуться к кровавому пятну. Очень полезная функция. Теперь руки в крови все. Вот эту фигню надо сбросить. О, привет. Еще один статический лежит. Да, конечно же, не перевешиваю. Да вы что?
А, как умер другой игрок. То есть, типа, сейчас в мире только один игрок в этом моменте играет, получается? Или это просто какого-то одного случайного показывает? Ну, потому что, то есть, или всех, кто играет, сейчас показывает, непонятно. Там, по-моему, это животное, да? Там пасется животное. Ладно. Начинается. Так, ну что-то я наверх вообще не продвигаюсь на самом деле. А, я в город нежити попал. А мне говорили, что сюда, по-моему, мимо надо проходить. Берегись ноги. Оценка 0. Что? Кто переводил это на русский язык? Берегись ноги. Берегусь ноги. А. Это значит разрубить бочки. А, не. Или вот тут прыгнуть надо, чтобы она сломалась. Нет. Короче, я не знаю. Я, наверное, пропустил кучу секреток. О, вот она секретка-то. А, хотя нет, это, наверное, сюда и нужно было спускаться-то. А, ну это гражданский, но мне сейчас некогда разбираться. А, это комментарий другого игрока? Не понял смысла, зачем? А, вазочка выжила. Значит, она очень крепкая. Можно как щит использовать. Но что-то он не подбирает ее. Так, берегись, капкан. Я не понял, это что, спойлеры по всей игре разбросаны? А зачем? А где же затраливание? Или я все равно в капкан попадусь? Тут это что ли капкан? Или что? Или вот под бочкой? Не вижу пока никакого капкана. Или на то он и капкан, чтобы его не было видно. А, он не умер что ли? Да ты кто? Да надписи дурацкие. Чё за фигня? Камера умная.
А, может быть ложного? А, ок, тогда нормально. То есть как бы не нужно доверять, да? Но все равно, даже доверяю, ну, как бы доверяй, а проверяй, и наоборот, как бы не доверяй, но подозревай. Так что, как бы, все равно, как бы, потенциальный спойлер, это плохо, конечно. Ну, не знаю, в принципе, пока на обычное РПГ, как бы. Смерть впереди. Поздно. Трехзначное IQ. Но это серьезное заявление. Здесь, наверное, надо сильный удар. Так, я что-то в тупик пришел. Или я пропустил где-то ход. По крыше вряд ли можно по покатой такой ходить. А где карта, кстати? У меня карты нету, что ли? Чего эти жесты нужны, вообще непонятно. Короче, я пока не понял, куда мне идти. Блин, да ладно, это тут реально тупик, что ли? А кто сказал, что я правильно иду? Привет, Чапа. Ну, в смысле, ну я же говорю, я эту игру не видел, я не знаю, что тут нету карты, ну, нету, значит, нету. Привет, бобер. О, металлическое окно. Или каменное. А, для мультиплеера? Ну, все, понятно, ясно. А я, кстати, в ловушке, по-моему, я же отсюда вроде не могу даже выбраться. Я тупик. А, наверное, вот стена разрушается. Она другого, она замазана явно. А может тут как в Супер Метроиде надо это 100 раз ударить, и она разобьется? Ну, мне кажется, вряд ли. Или окно разбить. Дыра в стене наверху. В смысле? Ну, по Ариане нельзя спуститься никак вниз. Ну, типа... Почти пробил стену. Не, ну я думаю, все-таки вряд ли. Не, ну, наверное, все-таки я что-то тут не увидел. Ну, там я был, я оттуда пришел. Ну, в смысле, ну это назад вернуться, да, хорошо, я согласен, что я не в ловушке, я могу вернуться. Но... Кто-то мне сказал, что это правильный путь. Ну, короче, это затраливание было. Все, я пошел в другое место.
Я понял. Хотите, чтобы я помучился просто? Пойду зверя пасти. А его можно покормить? Ой, агрессивный. Удаляй. Удаляй, тебя нельзя бить. Отравление. Все, ГГВП. Нифига себе, тут кабаны водятся отравленные. Кто их кормил? Вон он там бегает. Блин, отравление долго действует. Вот я на него потратил столько же аптечек, сколько на босса. Ой, я его убил. А у тебя ключ есть? Блин, у него ключа нет. Блин, отравление пока не проходит. А, надо у костра сесть, чтобы отравление прошло, я вспомнил. Сейчас я до костра добегу, только проверю. Это крыса? Нет, это кабан. Это же кабан. Крыса, она поменьше по размеру. Мы же не в Fallout играем, как бы, да? Хотя, ну, на кабана, конечно, мало похоже, но... Не, крысы же, это же не могут быть большими такими. Блин, да где же костер же тут был, по-моему? Или он не тут был? Блин. О. А, кабан еще впереди. Что здесь-то? Блин, какой яд долгий, пипец. Не, ну живые мертвецы, это может быть болезнь. Ну, драконы, ну, это может быть, ну, как бы воздействие болезни просто на сознание. А, ну тогда и крысы большие тоже, ну, в принципе, да. Я только что же залезал туда вроде как-то. Да беги, у тебя здоровье заканчивается, ядрить. Залезай. Что же он такой упоротый-то? О, закончился яд. Ну я понял, да, крыса может быть большой в такой игре, да. Не, ну просто странно, ну как бы мы же не в Fallout играем, да? И как бы я думал, что вряд ли. Ну как бы дракон это норма даже в этом. Даже в Скайриме есть драконы. А здесь как бы вроде бы нормальный мир-то. Сплошное воздействие... А, воздействие на сознание? Ну я уже понял, да. Короче, странная комната очень, со странной лестницей, которая забагованная, походу. Здесь... Да, ну здесь кто-то умер, это чушь. Здесь нельзя умереть. Так, я понял, что здесь можно падать вниз. О. Это что, босс? Давайте похлебнем. Стоп, на улице уже или еще светло? Уже это. Потому что вечер вроде уже прошел, в принципе.
Впервые я в это время-то стримлю вроде как. Ну, то есть вот до 3 часов я стримил однажды. До 4 вроде впервые. Спойлер. Да, здесь. Так, у нас развилочка. По-моему, этот мост не достроили. Он дружелюбный? Ну, похоже, что да. На меня-то не стал атаковать. Ну, то, что как бы весь экран затрясся, еще не говорит о том, что он недружелюбный. Просто он большой по размерам, поэтому как бы он создает массивную звуковую волну и ударную при приземлении. Как бы, когда вертолет садится, он тоже как бы может сбить с ног теоретически своими лопастями. Как бы это еще не говорит что о том, что он враждебный. О, подсказка в воздухе. А, надо чуть-чуть попить. Что ты тормозишь? Я понял. Не зря тормозишь, правильно делаешь. Именно так и нужно меня побеждать. Вообще отличная страта, чувак. Просто классно. Ты размикрил меня. Мы начинаем все сначала. Ну, в смысле, ну не с начала игры, конечно. Но с какого-то дурацкого места, где монстр сидит. В сундуке, ну, в смысле, в этом, на печи. Твоя внимательность? Там что, костер был? Или что? Стоп, а у меня что, эти восстанавливаются, что ли, всегда? Ну, эти, как это, зелья, баночки. Что-то этот момент я пропустил как-то. У них, похоже, тоже умная камера, да? А, стоп, так не сюда же надо было бежать-то, по-моему. Блин, так не сюда же бежать-то надо было. Я что-то запутался немножко. А, вот сюда. Так, и вот и враги восстановились.
И где ваш костер? Что-то я не вижу. О, за мной кто-то прибежал. Что там? Бандит. Нужно солдат. Восславь солнце, оценка 64. Ой-ой-ой, это очень важно. А где костер-то, лол? Кто сказал, что костер? А. Где костер? Я не вижу, честно, не вижу костер. Где? Они не могут сюда, что ли? А можно с тебя снаряжение снять? У тебя прикольное. Да ядрить, где костер? Дурацкие коробки. И где... То где костер-то, ну? Шутите, что ли? О, а ты кто? Well now. You seem to have your wits about you. Hmm? Then you are a welcome customer. I trade for souls. Everything's for sale. А мне ничего не надо покупать. Ты просто очень рядом. Порошок для починки. Ой, я ничего не использую, так что. What a waste of time. Go and... Waste of time — это то, чем ты занимаешься. Иди и заработай все души в нормальном бою. Фиг ли ты тут сидишь? Ну серьезно, ну что за это, привычка дурацкая? Бомжевать с какими-то предметами и ждать, пока у тебя придет это с душами и купит. Блин. Нет, если вы говорите, что там костер, значит надо его взять. Блин, где костер? Где костер? Ну это же не костер. Так, тут дверь есть. Я их, кстати, сразу заметил, только забывал все время открыть. Дверь-то я сразу видел, но она же не к костру ведет. А. Деревянный щит, а у меня это типа у меня лучше, да? Но деревянный щит — это вряд ли хорошая идея. А у меня башенный щит, ну это явно лучше-то. Говорят, где арбалетчик? Вот арбалетчик. Ну нет тут костра, вы ошибаетесь. О. Вот тут есть костер, но я его не мог видеть, и он же был далеко. Со мной тут сидит. А я хочу поговорить с мужиком. Блин, причудилось.
слезы впереди. Береги зад. Привет. Ой. Что-то они жестко как-то атакуют совсем. А, они друг друга могут перебить? Так. Мне предлагают беречь сад. Минус. Ну понятно, они просто все появились из-за дурацкого костра. Это тупость какая-то. Почему все появляются? Я же, ну, ладно, когда я умер там, ну, можно еще как-то оправдать. Нафиг ли они появились-то, когда я только у костра посидел, но я не умирал? Так, а у кого там горит-то, я не пойму. Хэ, короче. Привет, ты не видишь там, у кого горит? А. Так может ты и кидал? Вроде нет. Так, а книги, подожди, а историю мира можно прочитать? Так, а, это кровавое пятно. Блин, а в Скайриме можно читать книги. Хотя вроде и то РПГ, но почему-то тут не сделали такой возможности. Хотя странно, ну, как бы игроки же бывает интересуются там миром. Ну, как бы положительно обычно оценивают такие детали. Ну, конечно, их сложнее прорабатывать. То есть, возможно, там в книге я могу понять там свое происхождение или какие именно драконы там правили, или кто именно их сверг там. Ну, почему-то эти книги не раскрылись. Возможно, дальше что-то будет. Тут вместо книг читай историю предметов и вместо сюжета. Историю... А как прочитать историю предметов? Привет, Иггис. Я не знаю, как историю предметов читать, честно скажу. Просмотр предметов, что ли? Mm-hmm.
Там не написано было особо. Типа, ну, никакого описания не видел. Ну, такое краткое, типа, что это за оружие, но... Не написано там, кто его сковал, там... Это ты там кидал, что ли? Вот тут сверху, походу, кидала. Не разобрался в кнопках? Возможно. А, больно. Да как? Чё происходит? Лол. Как оттуда выбраться-то, я не пойму. Интеллектуальная камера! Очень умная камера. О, все. А, блин, что за текстуры застревания начались? Ну давайте еще раз посмотрим инвентарь. Так, инвентарь, фляга, меню. Использовать, выбросить, изменить порядок, восстановить порядок. Это не то. Изменить статус. Нет, это, ну, просто информация. Так, сменить изображение. Нежить дрожит этими матовыми зелеными флягами у костра. Флягу можно наполнить эстусом, который восстанавливает здоровье. Фляга с эстусом связана с хранительницами огня и упоминается в темных песнях. В изумруде фляги отражается душа той, что хранительницей звали, и после смерти огню ты верна. Окей. Так, треснувшее красное око. Даже непонятно, как это... Как его представить, потому что какая-то картинка непонятная. Предмет для сетевой игры. Далее. Ну, хотя тут сюжет позволяет вторгнуться в другой мир. Победите хозяина мира и получите человечность. Пока что много неизвестных слов. Черный кристалл разделения. Черный кристалл — это символ расставания. Даруется изгнанной нежити. Кристалл отправляет фантомов или вас домой. Помните о нестабильности этого предмета и собирайтесь развить отношения. Не понял вообще. Небесное благословение. Ну это я, кстати, читал уже. Святая богиня света Гвиневер, дочь великого Гвина, повелителя света, считается покровительницей щедрости и изобилия. Я единственное только не понимаю, почему вот это все здесь написано, но это было совершенно непонятно из катсцен. Какая-то богиня Гвиневер здесь... ладно. Вот здесь темные духи Кааса. Кто такие Каас? Темные духи. Какие еще темные духи? У нас есть просто души обычные. Связано с хранительницами огня. Кто? Что за хранительница огня? Возможно, я просто что-то не понял в самом первой катсцене. Так, ключ от темницы в подземелье. Ключ от подземелья, прибежище нежити на севере. Загадочный рыцарь, не говоря... А, это который монстр там сидел вначале.
не говоря ни слова, пошвырнул в... не, это в самом начале игры. Швырнул в камеру мертвеца, у которого был этот ключ. Кем был этот рыцарь? Какую цель он преследовал? Возможно, ответов не существует, но вы должны продолжать поиски. Ключ от восточного крыла второго этажа. Ключ от железной решетки на восточной стороне второго этажа северного прибежища нежити. А, это я еще, видимо, открою. Прибежище нежити — это огромная тюрьма, разделенная железными решетками. Далее, если нежити удастся выбраться из камеры, ей все равно придется приложить немало усилий, чтобы попасть на волю. Ну, не Википедия, но все равно очень странная подача сюжета, как бы какая-то кусковатая и очень какая-то, ну, короче, непрофессиональная, мне кажется. Ключ от внутренней двери в главный зал прибежища нежити. Большой ключ, который принадлежал этому паломнику нежити. Ну, блин, что-то часто зеваю, наверное, надо спать. Ну, просто как-то не очень сидеть, зевать на стриме, конечно. Так, ну, пойдем дальше. Что? А, это, наверное, лестница. Так, у нас выбор, либо в дверь, либо спойлер. Почитай, давайте спойлер прочитаем. Берегись справа. А, вот там что-то типа опасное. Я вижу там даже... А, нет, мне показалось кровяка. Ну раз берегись, значит мы... Понятно. Не идем туда. Ну, как бы, да, ну, с одной стороны, но с другой стороны... Чтобы я должен все, чтобы мне все собирать, чтобы мне хотелось это сделать, нужно как-то, ну, как-то заинтриговать. Ну, как бы я не скажу, что тут не совсем не интригует, да? Но немножко, по-моему, все-таки немножко, немножко странная как-то подача. Ну, как бы я не сказал плохая, да, но... Как-то вот мне показалось, как-то слишком... как-то слишком в гущу кинули, без объяснения. И как-то как такое ощущение, что как-то объясняют отрыв... Ну, как-то слишком... Скажем так, нам сразу дают слишком много неизвестных. И которые не запоминаются в голове. А, и убили. Ну, костер-то недалеко. А, уже спать? Ну давай, пророк, удачи. Чего они стоят, как столбы? Бежать надо, они стоят. Блин, что-то их много, и треть.
Ну давайте по одному. Что-то он ваншотнулся. Ну конечно, спиной стой, да, правильно. Да, опять спиной ты стоишь. Вот ты глупый-то. Ну блин, что-то они обнят меня. Так, а тут есть полноценная пауза? Я так понимаю, нет, да? В инвентаре же все равно все действия, да. Ну, короче, наверное, все-таки сейчас чуть-чуть еще поиграю, но, возможно, до ближайшей смерти, и, наверное, все-таки буду заканчивать, ну, просто, ну, не знаю, чтобы уж не совсем вафелькой тут не сидеть уже. Hello, Andy. Sorry, my English is not perfect. Мягко говоря. Так. Ну, короче, я понял, здесь нельзя бежать на пролом. Нужно всех этих перебивать по одному. Ну, всех врагов. Ну вот. Да, тут нет паузы даже никакой. Здесь есть только вот это, наверное. Да. Вот. Ну, соответственно, на этом стрим у нас заканчивается. У меня уже время 4 утра с 37 минут. То есть уже, в общем-то, через 20 минут уже 5 утра. Это вообще, конечно, я до такого никогда раньше не стримил. Но, тем не менее, в принципе, продержался, я считаю, в принципе, нормальным. Сойдет. Посмотрел Dark Souls, и что я скажу, пока что по тому, что я видел, ну, по-моему, как-то зря игру прям как-то жутко обсирают, да, то есть прям говорят, что типа какая-то там бессмысленная шняга, там бессюжетная, типа там вообще говно какое-то, не знаю, ну, в принципе, вроде, так, сейчас я выйду полностью. В принципе, по-моему, ну, не знаю, нормальное начало РПГ третьего лица. Сюжет есть, я не знаю, что говорят, но есть сюжет. Но как можно говорить, что нет сюжета, если сюжет есть? Может быть, он немножко коряво подается, но я уверен, что
К концу игры там уже что-то станет более понятно, да? Ну, не знаю, пока вроде нормально все, как бы я не вижу ничего такого. И не сверх, ну, как бы ладно, сверхсложная я пока тоже не могу сказать, ну, в смысле то, что она не сверхсложная, потому что все-таки я не видел еще дальше, возможно, там дальше какая-то боль начнется. Вот, пока что все довольно-таки изично идет. Ну, то, что я сейчас умирал, это, естественно, ни о чем не говорит, потому что я просто, ну, как бы лез на пролом, можно сказать. Да, это явно как бы неправильная тактика в этой игре. Вот. Ну, я думаю, что стримам по этой игре быть. То есть, не знаю, когда, но определенно, что еще будут по ней стримы. Наверное, как бы, ну, скорее всего, даже допройду, может быть, игру. Но я не знаю, вообще она вроде длинная, да? Вот, ну, посмотрим, посмотрим. Ну вот. Но пока я планирую, что будут стримы по ней. Потому что вроде бы нормально так, как бы. Ну, к тому же у меня как бы редко такой жанр бывает. Ну, как редко. Первый раз такой жанр у меня на стримах, как бы, так что я думаю, неплохое как бы будет, чтобы, как это сказать-то, ну, ассорти из жанров, чтобы у меня было получше, так сказать, на стримах. А то одни платформеры какие-то там, да, головоломки вот в последнее время там бывали. Вот, а тут хоть какая-то РПГ, в принципе, нормально. Конечно, многие негативно относятся к этой игре, и из-за этого, ну, мне кажется, ну, то есть там приходят, говорят, типа, ну, что за фигня, там, опять Dark Souls, попса, там, да. Но я эту игру первый раз вижу, так что для меня это вообще ни разу не попса. Для меня это просто новая игра. Длинная игра, спидранит за 1,5 часа? Ну, посмотрим, посмотрим. В общем, все. Всем спасибо, что сидели. Спасибо, что смотрели. На этом стрим заканчивается. Всем пока. Увидимся.